Я знаю, что тебе мир хана. Япи, блин! Зараза. Так, здрасте. Ласка. Не, никто не пойдет. Не хочу. А, все равно придется. Один фиг заружаться. Ты двое опять за свое. Не останавливайся, изматывай его. Грязный лах. Мужик бабу бьет. Я тебя с таким удовольствием убью. Не стоило сюда приходить. Вот это будет зрелище. Вот это было весело. Что-то я тебя раньше тут не видел. Учти, я за тобой слежу. Окей. Мне нужен главный. Ладно. О! День. А, то есть уже украсть. Текс. А ну тихо, я хочу тут пошляться. Что теперь? Спрашивай всех подряд, и каждый ответит по-разному. Наемники, доблестные воины, братья и сестры по оружию, пьяный сброд. Выбирай, что нравится. Я тут дольше большинства из них. И даже я порой не знаю. Просто надеюсь, что они не поубивают друг друга. Но до этого я много тренировался. Так ты думаешь, что справишься? Ха. Тебе повезло, решение принимаю не я. Поговори с Кодлоком. Кто знает, может, у него сегодня приступ великодушия. Я учился искусству боя во время Великой войны. Чуть не погиб у стен имперского города. Я вернулся в Скайрим, когда война кончилась. Но я не умел ничего, кроме как сражаться. Какое-то время был наемником. И очень хорошим, кстати. Отличные деньги, лучшие женщины и выпивка. Но я чувствовал себя потерянным в душе. Мне повезло, правда, что я встретил соратников. Теперь у меня есть причина сражаться. Честь моих братьев и сестер дороже золота. Хотя деньги все равно неплохие. И выпивка. Погоди, мужик. Угу. А, так это, блин. Господи. Только думаю, что это такое? Это война не наше дело. Мало чести в том, чтобы лезть в грязь. Не, подумал. Это черт на такой на стене нашибка, что ли, какая-то игровая. Потом, что я подошел так поближе, посмотрел, а это больше на топор какой-то похоже. Опять ты? Все он тут. А чё, чё опять я-то? Чё? А ну запрать. Тебя тут вижу. Ведь так? Или мы встречались? А ну ответь. Прости, если я забыл. Так. С кем надо перепердеть? О, я здесь просто прислуживаю. Думаю, ты хочешь поговорить с кем-то из соратников. Что теперь? Так. Так ты думаешь, что справишься? А, с Кодлоком. Тебе повезло, решение принимаю не я. Но я все еще слышу зов крови. А, во. В нашем... Да ну, погоди, дай на тебя взглянуть. Да, возможно. Вижу, что дух твой силен. Господин, вы же не собираетесь и впрямь ее... Да я вообще хочу, мастер! Я никому не господин, Вилкас. И если я не запамятовал, для тех, у кого в сердце пылает огонь, в Йорваскре всегда открыты двери. Простите меня, но, возможно, это не тот случай. Я никогда не слышал об этом чужаке. Иногда к нам приходят знаменитые. Иногда те, кто хочет стать знаменитыми. Это не важно. Важно, что у них в сердце. И насколько тверда их рука. У меня в сердце динамит. Конечно. А какова ты в бою, девочка?
Может и так. Это Вилкас. Он проверит тебя. Вилкас? Вилкас, иди с ней во двор и погляди, на что она годится. Вилкас? Это Вилкас! Это Вилкас. Все, я теперь знаю, как выглядит Вилкас. Так, Вилкас, стоять. О. Пошли, Вилкас. Я тебе морду набью. Я останусь довольным. Боишься, что один из них займет твое место? Могут попытаться, но меня не это волнует. А что тогда? Вилкас, дай пройти. Ну, о, я хочу этот топор. Продать. Ну ты идешь или как, а? Из... Вот это же лизяка. Уп! О, наконец-то. Вилкас, готовься, я тебе морду набью. Так что вперед. Уп! Ударь пару раз. Я посмотрю, в какой ты форме. Не волнуйся, я не сломаюсь. Не стоило. Да как я не... Нате! Нате! Неплохо. Да и... В следующий раз будет сложнее. Может, из тебя и будет толк. Но пока что ты еще щенок, свежая кровь. Будешь делать, что мы скажем. Вот мой меч. Иди, отнеси его Йорлунду, пусть заточит. И осторожнее. Он стоит дороже тебя. Ты здесь недавно. Я не слышь, ты, Вилкас, иди сюда. Что на этот раз? Да ну нафиг не буду с тобой разговаривать. Принеси, подай, иди на... Не мешай. Привет! Что привело тебя сюда? О, халява. Чё? Что привело тебя сюда? Я так понимаю, ты тут недавно. Да. Не переживай из-за этого. Все они когда-то были щенками. Может, просто не любят об этом говорить. И не надо все время делать то, что тебе говорят. У соратников никто никому не господин. Ты сам соратник? Я сам вообще-то не соратник, но никто из них толком не знает, как работать с молотом, а для меня большая честь работать у них. Меня зовут Йорлунд Серая Грива. Я работаю в Небесной Кузнице. Лучшая сталь во всем Скайриме и на всем Тамриэле. Кто должен стоять в голове соратника все-таки? Что ж, не знаю, как им это удалось, но как-то удалось. Со времен из Грамора никаких вождей не было. Кодлок предвестник, он что-то вроде советника для всех, но каждый из них сам по себе. Каждый сам себе хозяин или хозяйка. Окей. Хочу тебя кое о чем попросить. Ну. Я работал над щитом для Эйлы. Не хочу. Жена в трауре, так что я хочу поскорее к ней вернуться. Если передашь это Эйле, скажу тебе большое спасибо. Хорошо. С удовольствием. Отлично. Стой. Меня стали ковать, не перековать. Что у тебя на продажу есть? Слава богам. У тебя есть на продажу, слава богам? Я посмотрю на это. Так, одежда. Знаете, эту хрень. Все, что у тебя свистнуло, то я тебе отдаю. Я ж отдал ее. Так, ну и пофиг. Так. О! Жаль, секира. Боевой топор. Боевой топор нафиг продать. Железная секира. Угу. Угу. Все это угу.
Так. Значит, оружие. Вот это хочу. Блин. Пуфик. О, привет. Ты здесь недавно. Я не доверяю новичкам. Да как ты посмел? Я хочу помочь. Сразу обосрал, скажи. Соратники, это моя семья. Наше дело драться, чтобы другие жили в мире. В бою мы приносим честь и славу соратникам. Да я не разбираюсь. Империя, Норды, Талос. Какая разница? При чем тут Фалос? Вы мне скажите, кому по шее надавать? Пирогу, который сливает тебе. Я за ним слежу. Мы с Вилкосом тут с самого детства. С Вискосом? Наш отец Йорген вырастил нас здесь. Даже Вигнер не помнит, чтобы соратниками становился кто-то еще младше. Ага. Вис. В общем. Зачем ты это делаешь? Ешь. Ну, засранец. Так как ты посмел не есть этот пирог? Да я ж его тебя заставлю сражать. Жри пирог! Жри! Я хочу помочь. Куда пирог делся? Не хочу туда. А надо. Блин, мне что, теперь туда спуска? О! Чё это спилить не могу? И это... А то это могу и это. Капец. Вот что это? О! Слушай, почти второй... Почти третий уровень. А, то есть тут уже точно кража, да? Чё, тут везде, что ли? Так, везде. Да ё-моё, ну это так, если никто не видит, то это можно свистнуть еще. Дима усталая. Вот растяпа. Че? О, я здесь просто прислуживаю. Че ты? Думаю, ты хочешь. Заткнись, женщина. Видишь, у меня есть что есть. Я тебя за душу, понимаешь? Куда-нибудь где-то туда. О! Деньги. Нельзя трогать. При... Вот это морда, а! Если хочешь пойти на... Хорошо, я очень ждала. Ты здесь недавно? Говорю тебе, это новичок, про которого говорил Вилка. Да я тебе сейчас зарежу. Как тебе удалось задать ему трепку? Только смотри, чтобы Вилка с тебя не услышал. Как думаешь, сможешь одолеть Вилкоса в настоящем бою? Давай как-нибудь это проверим. Так-так, ну-ка полегче. Мы все не сахар, но нет смысла убивать по оружию наспор. Но мне нравится твоя горячность. Ты станешь могучим соратником. Давай как-нибудь поохотимся вместе. Нет. Вот Фаркас покажет тебе, где отдохнуть. Фаркас! Вы меня звали? Опять ты? Меня назвали, отморозок. Покажи новичку, где спят остальные салаги. Ну, здорово, новичок. Я Фаркас. Идем со мной. Найн! Я при... О. Ну, нафиг. Пользовала воителем Йор Васкара. Ты! А, вот. Смотри по сторонам. Эйла, любят меня дразнить, но они хорошие люди. Они заставляют нас стать лучше. Приятно, когда появляются новые люди. Иногда становится скучно. Надеюсь, ты у нас останешься. Тут бывает трудно. Казармы вон там. Выбирай себе кровать и падай туда, когда устанешь. Тельма будет следить за чистотой, как всегда.
Прям падать. Вот и ты. Видимо, все рады с тобой познакомиться. Если ищешь работу, спроси меня или Эйл. Когда заработаешь себе имя, Скьор и Вилкас, возможно, станут давать тебе задания. Удачи и добро пожаловать к соратникам. Кстати, если ищешь чем бы заняться, у нас неприятности здесь, в Айтране. Ничего особенного. Ну. Кровопийцы, вампиры, будь осторожен как никогда. Один укус и станешь таким же. Хорошо, не жалей меча. Кстати, если ищешь чем бы заняться... Скьор говорит, что во мне сила из Грамора, а в моем брате его ум. Я уже дал тебе задание, иди и делай. Ладно. Так, значит, не знаю. Да? Стой, это правда? Да, е-мое! Сходить, что ли, на медоварню? Поглядеть, что они там поделают. Да, поддержат. Ну нафиг с тобой. Воздух прямо весь медом. Ах ты наглая морда, а! А я-то переживал, что меня не возьмут в соратники. А оказывается, они всех подряд принимают. Ну ты наглая морда. Понимаешь, у меня есть такой... Я стараюсь держаться подальше от Истмарка. Что-то там в воздухе. Может, просто слишком близко к границе. Жатва! Картофель. Блю... Картофель. Тарелка. Яблочный пирог. Эль. Монеты. Сыр. Я прислуживала воителям Йорваскра. Помидор. Я помню. Я все вижу, все слышу, все знаю. А ну заткнись, я тут помидоры забираю. Я вообще все сейчас заберу. Жрать хочу. Женщина, я сейчас все сожру. Прямо. Я хорошо умею хранить. Прямо на твоих глазах. Смотри, как я умею. Видишь, я умею. Это невкусно. Видишь, как я умею? Здесь без этого никак. Чё? Капец. Ну, привет. Ну, пока. А, то есть я могу уже воровать. Нет. А, ну да, я теперь же могу брать безнаказанно всё. Теперь я могу воровать безнаказанно. Угу. Вон та же бабён, согласен. Нужно показать себя, салага. Заткнись. Не видишь, я занят, я ворую вас. Всё, что я вижу. Извините, я вас все забираю. Вы становитесь бомжами. Посмотрите на них, говорят, они просто убивают. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе. Не, ну посмотрите на их, они просто не понимают, что это такое. Что это за бездонные дыры? Что это за черная дыра вообще такая? Я вас все заберу. Я вас... Нужна какая-то помощь. Сейчас мы все заняты. Да не, мне помощь не нужна. Я сам все соберу. У вас. Так, пойдет. Я и все продам. Важное. Да, очень. Мне нужны деньги. Я у вас ворую. Вы делаете вид, что не замечаете. В принципе, все правильно делаете. Будут вопросы, приходи. Я знаю нашу историю почти так же хорошо, как и видно, но в отличие от него я помню. Я все заберу.
Все, что можно, заберу, все, что нельзя, тоже. Я все заберу. И все продам. Убери лапы, ворюга. Ах ты грязная тварь. Когда империя сдалась Альдмерскому доминиону, позор пал на всех нас. О! Не, отель взял, все у него пока. Вот. Вот проблема людей. Жмоты. Подумаешь, я тут пришел. Ну, подумайте, я немножко у вас... возьму на пропитание его. Говорят, ну, жрать надо. Чем кажешься. Возможно, когда-нибудь мы еще все вместе. Я все заберу у вас. Все, что можно и нельзя. Скиор говорит, что во мне сила из Грамора. А да заткнись ты, я пошел отсюда.